Добрый день, меня зовут Анжелика Лыгина, я из Москвы, я ученица пятого потока. Я всегда работала в крупных компаниях, и параллельно с этим я всегда занималась духовным развитием. То есть я всегда хотела изменить свою жизнь к лучшему и всегда понимала, что ключики к этому все находятся на тонком плане, поэтому я изучала тонкие законы Вселенной. Вот, осенью 2020 года я увидела интервью Михаила Агеева на одном из YouTube-каналов, и он там рассказывал, как он общается с ангелами, как он общается с Творцом, как он видит сущности, и как он исцеляет людей, помогает им, очищает их. И самое главное, он сказал, что этому могут обучиться все ученики его школы, и выпускники уже умеют это делать. И тогда я, в общем-то, мне это так сильно запало, у меня так сильно сердце отозвалось, что я после просмотра видео я уже знала, что я буду его ученицей, ничто меня не остановит. Вот, и так как я имела, ну, определенный багаж знаний, то я пришла в школу именно на ангелов, на демонов, на канал с Творцом, потому что на сегодня, ну, такой информации нету практически, да, в русскоязычном пространстве. И какое-то это знание является тайным. И хотя, по сути, сущности — это негативные программы, которые мы реализуем в своей жизни, которые нам мешают очень сильно, и которые есть у каждого человека, там они выражены в той или иной степени. Вот. Но приятным бонусом было то, что мы в процессе обучения очень много других тем коснулись. Эти темы достаточно популярны, например, карма, денежные, открытие там денежного своего финансового потока, формирование событий своей жизни, да, ну как быть сценаристом своей собственной жизни. Вот, сейчас очень много тренингов, и вот, например, мои дети, они прошли эти все финансовые семинары, и я их спросила, а вот это вам давали, а вот это давали, а вот это вы знаете, что это тоже очень важно. Они говорят, нет, это мы вообще не слышали. То есть Михаил еще дает в каждой теме такие уникальные знания, которые он сам, лично ему, они пришли. Вот, и эти знания, они все имеют практическую ценность. И поэтому, помимо того, что у него все такое, знаете, в том объеме, в котором нужно, ни больше, ни меньше, очень сконцентрировано все. И главное это то, что действительно можно применить в своей жизни, потому что там нет вот теоретических каких-то философских рассуждений, да, это все применимо вот сегодня современному осознанному человеку, это просто необходимо. Вот. И еще самое ценное, что после каждой темы у нас были даны практические какие-то техники, где мы это все закрепляли. Например, вот тема рода, да, тоже для меня очень-очень ценна. Я не могла найти, к сожалению, ничего такого вот глубокого про род, да, вот что такое род вообще, что с ним делать, как его прокачать. Но вот в школе у Михаила Агеева мы не просто узнали, да, мы не просто пообщались со своим родом, мы изучали законы рода, мы получили практику очищения рода, и мы можем теперь, мы не только свой род очищаем, но мы можем любому, кто обратится, кто захочет такую технику, да, практику получить, мы можем это все сделать. Вот, и сейчас я, например, могу не только ангелов попросить, если у меня какие-то сложные ситуации, да, если еще у моих детей что-то такое, какие-то проблемы, то я могу пригласить свой род, попросить их силу, попросить их участия, чтобы они включились и помогали своим потомкам, вот, что это тоже для меня это очень ценно. Вот, но больше всего я применяю практики очищения, исцеления, ангелотерапию. Вот, это и помимо тех сеансов, которые мы проводили в школе, я уже сейчас провожу их своим родным, да, со своим мужем мы очень хорошо проработали его род. Я своим знакомым, своим родственникам, у кого-то проблемы там с замужеством, у кого-то проблемы там по бедности, да, то есть безденежье какое-то, и если видно это или родовая программа, то есть из поколения в поколение, или это личная твоя история, то есть это все на сегодня, вот Михаил дает такие техники, которые помогают это изменить, они работают.
И люди даже после сессии, например, они могут даже аватарку поменять в своих соцсетях, потому что что-то у них там перещелкнулось, какие-то трансформации начались, какое-то видение мира поменялось, они знают, что теперь делать. И главное, что мы не просто там как-то напрягаемся при этих сессиях, там какие-то ресурсы свои включаем, да, свою энергетику тратим. Нет, мы наоборот, мы как канал, мы как проводники энергии Творца, да, энергии высших сил. Мы после этих сессий наполненные, мы радостные, и мы довольные, как исполненные такого вот чувства, что ты кому-то помогаешь. Это очень ценное качество. Вот. Что-то по поводу финансов могу сказать, стоимость обучения, что те знания, что мы получаем, те навыки практические, те техники, которые остаются с нами на всю жизнь, они, конечно, несоизмеримы по стоимости, которая вот берется на школе. Вот. И те ученики, у кого были финансовые трудности в период обучения, я знаю, что их вопросы решались. То есть, во-первых, они свой канал, да, изобилия прокачивали. Во-вторых, они появлялись деньги из каких-то источников финансирования, и их вопросы закрывались. Вот. И подводя итог школы, могу сказать, что насколько я изменилась. Я до этого была такая больше склонна к депрессиям, к самокопаниям, там какие-то сомнения в себе у меня были. И у меня было еще такое, как это, зависимость от мнения окружающих. Беспокойство очень много было в душе за себя, за близких. И вот спустя всего лишь 7 месяцев настолько произошли глубинные изменения, что в моем сердце радость, вот просто радость. Я не беспокоюсь уже. У меня на душе, наоборот, благость и спокойствие. Да? Я получаю удовольствие от жизни. У меня такое ощущение, что я была в каком-то панцире. Вот он у меня потихоньку-потихоньку раскрывался, но все равно на меня давило вот какой-то негатив. И этот панцирь, он просто рассыпался весь. И я начинаю раскрываться. Я раскрываю свои способности. Это только начало. И я приняла себя такой, какая я есть. И я полюбила себя. Вот, а это дорогого стоит, между прочим. После этого вся жизнь меняется во всех сферах. У меня изменились отношения с мужем, улучшились гораздо. Вот, я теперь спокойна за всех близких. Я знаю, что моя семья находится под защитой. И я знаю, что со мной, с моими близкими ничего не случится. У нас все всегда будет хорошо. Вот. И еще, что я приобрела, это, конечно, единомышленников. Это друзья, знакомые теперь в этой школе есть из городов разных, из разных стран. И я знаю, что всегда я могу обратиться, и мне сделают сессию какую-то. И всегда я могу поделиться очень сокровенным и чем-то там таким, потому что это школа духовного развития. И после окончания обучения мы находимся все равно в поле школы, потому что нас включают в единый чат, и мы дальше продолжаем общение с Михаилом, мы друг с другом и переписываемся, общаемся. В общем-то, все инструменты, все у нас есть, чтобы уже вести нормальную, полноценную жизнь. И я считаю, что вот последние 7 месяцев я провела просто в самом лучшем месте, в котором я только могла быть. Вот чего и всем с большим удовольствием желаю.